Привет всем! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. И сегодня мы готовим ПП – сырники правильного диетического питания. Эти сырники готовятся без пшеничной муки и сахара. А получаются такие вкусные и полезные. Всем советую такие сырники на завтрак. И для этого я взяла 400 грамм нежирного творога 5%. Добавляю 2 яйца, ванилин, щепотка соли. Если творог зернистый, можно пробить немного блендером или протереть через сито. Добавляю 2 столовые ложки кукурузной муки. И все хорошо перемешиваю. Затем я взяла 100 грамм чернослива, можно взять кураги, можно взять изюма, то, что вы любите. Хорошо промыла и заливаю горячей водой, буквально на 5 минут, для того, чтобы немножко распарить. Затем обсушила бумажным полотенцем и порезала на небольшие кусочки. Добавляю в творог и хорошо перемешиваю. И готово! Затем я взяла силиконовую форму для кексов и выкладываю туда творожную массу. И отправляю в духовку разогретую до 180 градусов минут на 15-20. Как только с краев зарумянится, а сверху схватится, готовы! Можно вынимать. Ну вот, сырники и готовы, прошло 20 минут. Сейчас они остынут, и тогда буду их вынимать. Вот такая красота получилась. Замечательные сырнички, прекрасно держат форму. Посмотрите, какие они чудесные. А подавать их можно с ягодами или любыми фруктами. Вот такой замечательный и вкусный завтрак никого не оставит равнодушным. Поливаю его не сладким йогуртом, который делаю сама. Ссылку, как я его делаю, я оставлю наверху или внизу под видео в инфоблоке. Сейчас я разрежу и покажу вам, какой внутри получился сырник. Очень аппетитно выглядит. Так и просит, съешьте меня. Сейчас я попробую. Ну как же это вкусно! Ну а с ягодками это же просто сказка. А сахар здесь абсолютно не нужен. А сладости хватает тут с чернослива или любых сухофруктов, которые вы положите в творог. Прекрасный, легкий, вкусный завтрак для тех, кто хочет похудеть или придерживается правильного питания. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть и они попробуют эти вкусные, правильные сырники. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч, пока-пока!